Всем привет и приятного просмотра. Продолжаем проходить Тайкрафт. Вам компанию. Ну чё там? Что-то он хочет, я не пойму, что тут где-то горят. У него все. Что хочет пообщаться? А? Тацию. Прикольно, мне нравится. По всем, да, радиус 50%. Боевые единицы наносят 100% урона, оставимся цель с помощью обычной атаки. Радиус взрыва остается прежним. 50% это... Ну, это любой момент можно поменять. Что хочешь сказать? Расскажи мне о своей работе. Смотрю на ткань, вижу потенциал, структуру, ДНК, последовательности, сплетение, соединение. Вижу, как можно улучшить. Ем плоть, расщепляю кость. Внутри меня. Трогаю, смешиваю, переплетаю. Достигаю лучших результатов. Но не идеальных? Идеальных никогда. Идеал — цель, которая всегда меняется. Нельзя останавливаться. Хм. Хорошо, ты можешь продолжать работу. Вот как. Так. Это, я думаю, ничего у нас здесь не изменилось. 20 уровень скоро будет. Заработай на уровне 8. Понятно. Энергии, урон, брони нет. Ладно. Что там скажешь? Рой снова набирает силу. А что до тебя, Уорфилд? Мы отвоюем эту планету. Пусть твой император знает, что мы идем к нему. А ты что хочешь сказать нам? Знаешь, почему я тебя победила? Ты оказалась сильнее меня. Нет. Значит, быстрее. Нет. Не играй со мной, моя королева. Раскрой свой секрет. Поговори с Абатуром в эволюционном отсеке. Он мне расскажет? Он тебя изменит. Иди. Опа. А ты что скажешь? Иша, я везде вижу следы старой королевы клинков. Но я не могу вспомнить, почему я так долго держала войска здесь, на Чаре. Ты изучала будущее, готовилась к Великой войне. К войне? Объясни. Ты ничего нам не рассказывала. Говорила только, что тебе было видение нашего исчезновения. Ты хотела, чтобы мы сражались до последнего. Я этого не помню. Совершенно. Все, задание переходим, да? Чтобы добраться до плато Бесстрашия, нам нужно провести рой через костяной ров. Тираны используют против нас все, что у них есть. Понятно. Сейчас начнем это задание. Что, начинаем, все, загрузка пойдет. Как всегда. Начинаем. Да ты тут битого всего. Единственный подступ к тиранской крепости. Я уже пыталась провести по нему свою стаю, но тираны выпустили против нас крейсеры Горгона. Они открыли по нам огонь. Моя
стая редела на глазах, а вместе с ней умирала и надежда отвоевать чар. Смотри, это гнезда слепней. Они могут уничтожить крейсер класса Горгона. Их нужно только пробудить. Нам нужно просто прорваться через ров, а не тратить время на крейсеры. Если атака будет неожиданной, мы сможем обойтись малыми жертвами. А если нет, то рой будет истреблен. Тебе нужно научиться видению, Загара. Планируй, анализируй, рассчитывай. Нужно разместить опухоли рядом с гнездами слепней. Тогда они пробудятся от спячки и уничтожат Горгон Ворфилда. Понятно, что надо делать. А я пока этого не умею, да? Так. Генерал Ворфилд задействовал крейсеры Горгона. Первый из них уже на пути к Улью. Какая громадина. Неудивительно, что в ущелье помещается только один такой корабль. Дух ему и не нужно. Скорее, распространи слизь до гнезда, чтобы разместить рядом с ним опухоль. О, я что так умею. Это пробудет слепней, дремлющих в гнезде. Надеюсь, этого будет достаточно. Мы разместили опухоль возле первого гнезда. Пробудись. Уничтожь эту Горгону. Нифига себе здесь. Отлично. Это начало конца, Ворфилд. Гнездо слепней потратило всю свою жизненную силу, чтобы сбить Горгону. У нас остались другие. Создай опухоль возле следующего. Быстрее. Легко было бы сказано. На самом деле. Так. Вот это надо создать. Вот это оно. Так, и тебе. Нам нужно больше минералов. Я знаю, что минералы. Рой жаждет крови. Я сокрушу любые преграды. У нас мало времени. В биомассе зергов обнаружена полезная эссенция. Ценные гены. А? Получить. Сделать королеву клинков более сильной. С этим. Еще один. Надо их найти всех, да? Это мой мир. У нас мало времени. Так, мне вот это надо. Потом еще тут по строительству надо вести ее. Вообще ничего нет. Фига. А, вот где находится эта фигня. Что теперь? Выслать еще одну Горгону в бой! Чем с этим? Чё? А чё мне это ещё просто? Армии не осталось. Рой жаждет крови. Пойдём. Это мой мир. Чё не осталось, нифига, блин. Фигово. Я слушаю. Давай. Тебя. Карандиш он будет тащить, да? Да? Всю армию не такое. Давай сюда пока. Во. Замечательно. Так. И нужна постройка. Уже нужна постройка. Наши войска атакованы. Давайте быстрее нажать съем.
ты уснул, помнишь? Да. Уже приближается ко мне. Покончим с этим. Я иду. Я сокрушу любые преграды. Готов. Два крейсера уничтожены. Сюда двигаются новые. Распространяй слизь. Выслать новую Горгону! Уничтожить Керриган! Отчумить просто, а. Так. Чтобы максимально эффективно добывать газ, отправь в экстрактор трех рабочих. Я знаю я это. Эффективно добывать газ. Мне надо не только это эффективно добывать газ. Мне надо еще это прям. Выкладывай. Воинов как-то собрать. Сброси десантные капсулы. Как сбросить-то? Понятно. Что теперь? Это Керриган. Я сокрушу любые преграды. Личинок не хватает, блин. Так. Это построено, это построено. Вот это сюда строй. Так, это готово все здесь. Мы их тоже построим. Очень нужно. Да. Покончим с этим. Сюда. Вперед! Это мой мир. Спасибо, моя королева. Опа. Еще несколько отрядов зергов остаются закопанными среди погибших. Я хочу, чтобы ты была ближе к линии фронта, чтобы порождать опухоли. Понимаю. Чем больше будет опухоли, тем быстрее распространится слизь. Вообще замечательно. Так. Да там. И вот это. И вот это. Очередная горгона уничтожена. И вот разбуди это еще несколько гнезд слепней. Выслать еще один крейсер! Да сколько можно-то, а? Чуметь вообще просто. Давай, иди сюда. Так, пока есть эти есть, можно делать. Ничего там страшного нету. Так, ты мне нужен. Логово нужно, понятно, это все будет построено. Давай сюда вот. Что теперь? У нас мало времени. Нормально, нормально. Я иду. Освободить проход, блин. Ро не знает усталости. Я иду. Это мой мир. Конечно, надо я сокрушу делать любые преграды. Слишком тут у нас мало времени. Мне помешало. Ну, со мной вот так вот побольше их. Я думаю, надо еще на такой поставить здесь. Пусть будет, ё-моё. Не помешает. На самом деле. Да. Рой не знает. Давай быстрее, то есть долетит он, блин, палка. Покончим с этим. Я буду не знать, что делать, блин. Говорит
погнали. Я сокрушу любые преграды. Это мой мир. А, это по барабану. Так, бежим. Так, и у тебя. И давай еще создадим такую вот. Выкладывай. Это хорошо. Рой не знает усталости. Я иду. Что теперь? Больше ничего нет, интересно. И-и-и-и. Давай. Чему? Фигово. Он уже к Рою подошел. Я слушаю тебя. Очень фигово. Да ё-моё, давай быстрее. Крейсер почти долетел до главного уровня. Я знаю я это. Нам срочно нужно еще одно гнездо слепней. Это и делаю. Наши войска должны избегать боя с Горгоной. Ее может уничтожить только гнездо слепней. Выкладываю. Сейчас придет на помощь вам. Так. И то же самое сюда же. Вы побежите, ему. Не хватает надзирателей. Так, ты. Давай быстрее сюда, ему. Говори скорее. Я иду. Я сокрушу любые преграды. Да все, конец тебе. Не успеешь ты ничего сделать. Еще один. Ворфилд, отдай мне эту планету. Никогда, Керриган! Генерал Ворфилд высылает еще один крейсер. Этот ров полон костей, и все это кости зергов. Совсем скоро и твои будут лежать там же. О, это выросло здесь хорошо. Покончим с этим. У нас мало времени. Готово. Так, иди сюда. Наши войска атакованы. Тебя никто не спрашивал. Давай, давай, потихонечку, половину сил. Он же все уничтожит. Говори скорее. Я сокрушу давай любые сюда. Преграды. Наши войска атакованы. Так, иди сюда. А ты иди сюда. Так, это построим. Нет, нужен вот это. Обязательно нужны. Они очень хорошая штука. Да. Какой да? Что ладно, теперь? Сделаем. Сюда иди. Рой не знает усталости. Хорошо, замечательно. Я иду. Сюда. Наши войска атакованы. А вы что делаете здесь, это сюда? Ну что ж это фигня? Так, и вот этих вот. И вот эти вот. Наши войска атакованы. Да. Говори скорее. О,
Все замечательно. Наши войска атакованы. Вот теперь уровень. Я слушаю тебя. Замечательно. Рой жаждет крови. Пойдем вниз. Сюда вот. Вперед! Пойдите сюда вот. У нас мало времени. Давай, нормально. Я иду. Так, сюда. Давай, быстрее, быстрее. Вперед! Осталось не слишком много их. Это мой мир. Давай, 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 то они сейчас приближатся ко мне. И хана будет. Крейсер почти долетел до главного улья. Ты знаешь. Нам я срочно знаю. Нужно еще одно гнездо слепней. Так. Так вот, а тебя я создам вот этих вот. И вот эти чуть. Вот эти чуть тебя создали. Беги вот сюда. Мы потеряли еще один корабль. Ты заплатишь за это, Керриган. Выслать нормально. Еще одну Горгону в бой. Рой не знает усталости. Давай, выстрели нам здесь. Выслать штурмовой отряд к этому гнезду слепней, пока зерги не активировали его. Очередная Горгона уничтожена. Разбуди еще несколько гнезд слепней. Эта планета принадлежит Доминиону Тиранов. Я не отдам ее. Ну и хорошо. Еще как отдашь. Это ведь твоя последняя Горгона. Последний Горгон остался. Что-то хорошо. Это последний Горгон остался. Так. Вася сделал дофига. Здесь вот этих наделаю сейчас. Пусть растут у меня. А тут вот этих. Один только. Фигово. О, я вот это сделал. Прокачиваю, забываю своим. Это прокачка. Ну тут особо. Не тебя понадобится. Никто не спрашивал. Я сокрушу любые преграды. Давай, стройся. Сюда все. Пока есть время. То же самое же здесь, да? Я вот это создам, а ты вот это сделаешь мне здесь. Говори но скорее. Все равно. Покончим с этим. Это мой мир. Нормально, прорыв делаем. Пока есть у меня возможность. Правительство, мы это делаем. Вот здесь этих собачек будет больно. Рой жаждет крови. Да, в атаку все. Надеюсь, здесь еще один кусочек. Опа-на. А вот я кусочек еще тебя. Один. А я думаю, у меня сам начал. Сейчас, сейчас, секундочку. Подберу эту фигню. Дополнительное задание. Биомасса получена. Хорошие гены. Так. Что теперь? Сюда все. Покончим с этим. В атаку. И сюда как раз. Это сюда распространяйся. Атакованный. Давай уничтожай. Рой
Герой жаждет крови. Только пауза осталась, да? Отступить! Повторяю! Всем войскам Доминиона, находящимся в костяном рву, срочно отступить! Мы потеряли ущелье! Керриган, это Ворфилд. Я знаю, что ты меня слышишь. Хочу кое-что сказать тебе. Приводи сюда весь свой рой. Приводи всех, кто у тебя есть. Тогда мне не придется разыскивать оставшихся, когда мы уничтожим тебя. Увидимся на плато Бесстрашия, старик. О, как. Ну все, а тут что? А? Я знаю, где другая станция была, но я не стал уже. Значит, мог армия тут меня нормально было уже. Я даже без Кергена смог бы сделать все это. А вот моя королева, тебе открылись новые способности. Ты можешь выбрать их прямо сейчас. Ну да, все, спасибо. Ну ладно, продолжаем следовать. До встречи вам и всем удачного дня. Всем пока.